Александр Сергеевич Пушкин – мой любимый поэт. Я его люблю с детства. Сейчас я вам прочитаю его стихотворение «Кавказ». «Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины. Орел с отдаленной, поднявшись с вершины, парит неподвижно со мной наравне. От сели я вижу потоков рождения и первые грозных обвалов движения. Здесь тучи смиренно идут подо мной, сквозь них низвергаясь шумит водопад. Под ними утесы многие громады, там ниже мох тощий, кустарник сухой. А там уже рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени. А там уже люди гнездятся в горах, и ползают овцы по злачным стремнинам, и пастырь нисходит к веселым долинам, где мчится орава в тенистых брегах, и нищий наездник таится в ущелье, где терек играет в свирепом веселье. Играет и воет, как зверь молодой, завидевший пищу из клетки железной, и бьется об берег вражде бесполезной, и лижет утесы голодной волной. Вот щен. Нет ни пищи ему, ни отрады, теснят его грозно немые громады.